Всем хаюшки, друзья! Меня зовут Кинетик, и с этим ничего не поделаешь. Это у нас с вами игра Техномансер. Мы с вами остановились у входа вот в эту вот арену. Давайте, что ли, зайдем и посмотрим, что там у нас такое. Так, первое испытание второго раунда. Давай. Это у нас задание чемпионата. Куда скрылись? Я-то думал, оно у нас уже закончилось. Оказалось, у нас был только первый раунд, который мы с вами прошли в эфире. Кстати, мы сейчас находимся по-прежнему в эфире. Вот, видимо, оно было изначально полностью недоступно. Вот, так что и сейчас можно его допройти. Я, правда, не знаю, сколько всего здесь раундов. Так. Вот, для тех, кто нас смотрит в первый раз, друзья, я вас категорически приветствую. Если вам нравится прохождение... Твою мать, что за червяк такой с панцирем? Если вам нравится прохождение, не забывайте ставить пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на канал. У нас каждый день что-нибудь да выходит. Давай, убей его, убей, не надо фризить, просто убей. Где у тебя жизнь-то? А, вон они. Так, все, разобрались. Давай теперь вот с тобой вот закончим. Довольно-таки забавное существо. Дядь, твою мать. Давай подхилимся, что ли. Опа! Отлично. Ты что, в меня, что ли, решил стрелять? Да? Так, давай, вставай. Победите один из трех. Ну, победили, давай дальше, что ли. Черт, невероятно! Ты заслуживаешь награду. 250 серума, две хилки дали, хорошо. Так, второй раунд чемпионата... Второе испытание второго раунда. О, кротокрысы. Я знаю, что это как бы не они, кротокрысы у нас в Fallout'е, но, друзья, признайтесь, они на них чертовски похожи. А, вот это было эпично. Чего втроем-то на ни одного? У вас же глаз нету, как вы двигаетесь? Давай вот так вот. Хорошо. Стой, мана, не туда. Вот так вот. Это умение не зря нам пригодилось. Не зря мы его прокачали. Ты охренел, что ли? На тебе. На тебе, я сказал. Давай, тебя ищу. А, не трожь деваху или кто там у нас, по-моему, деваху. На тебе. И ты сюда иди. Ты что в меня стреляешь? Ты охренел, что ли? Или там еще кто-то? Чувак, ты в кого целишься? Ты в меня целишься? Ты охренел совсем? Опаньки. А я знаю, что я вам сделаю. Нет, не это! Не это я хотел. Так, давайте вы сейчас все в кучку соберетесь. Все, я сказал, все в кучку соберетесь. И вот так вот. Не понял? А, так. Куда там? Свали от них. Идиотская камера. Почему здесь вид нельзя поменять? Кстати, если бы можно было поменять вид и поставить его от первого лица, мне кажется, во время типа катушек. Свали от них. Ты идиот, беги. Просто, мать твою, беги. В смысле ты не можешь бежать? Сваливай, 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 придурок. Отлично. Ты еще живой? А сейчас? А сейчас? Ну, зараза. Че ж ты не сдохнешь-то никак, а? Так вот, если бы у нас можно было поставить вид от первого лица во время этих покатушек, мне кажется, у нас бы с вами сразу же голова закружилась. И весь наш завтрак, ужин или обед, в зависимости от того, что вы принимаете, когда смотрите видос, оказались бы наружу. Поговорить. Опять одно и то же нам говорит. Так, 202 хилки. Слушай, а почему сейчас меньше дали? Сейчас как бы сложнее было. Так, хорошо, давай сохранимся. И, наверное, третий раунд. Так, второй раунд чемпионата. Третье испытание второго раунда. Пока. А я знаю этих чуваков. Это у нас техномансеры Авроры. Если я правильно помню по заданию. На тебе. Нам главное
на них не попадаться. Забавно, нам надо с ними драться, и нам на них не надо попадаться. Сдохни. Эй! Твою мать! Хилки, 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 хилки! Беги! Он перекатывается быстрее, чем бежит. Хилься. Ты охренел. Ну, как говорится, Москва тоже не сразу строилась. Да, давай. Третий раунд. Сейчас мы их всех. Давай вот. Так вот. Надо было сразу так сделать. Только им, походу, на это как-то не особо-то и влияет. То есть молнии вас можно не бить, да? Окей. А вот так вот. О, надо же, бамбусики на вас лучше действуют. Правда, лучше действует это не совсем так к месту сказано, но тем не менее, так она и есть. Уйди от нее. Просто уйди от нее. Не бей наших. Ну. Это сейчас что было? Я вот сейчас заметил, куда мы целимся. Туда этот дядя стреляет. А! Я хочу, твою мать! Так. Но промазали, что ли? Так, надо их всех сейчас в поле поймать. Тогда будет толк. Ну или вот так вот сделать. Успел, не успел? Нет, видимо, не успел. Да охренели, что ли? Давай, поле мое, регенься. Тут надо как-то сделать осторожно. Вообще-то я должен был минус ставить, а не они. Так, поле отрегенилось. Хилка, 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 я сказал. Смотрю, успел. Там прям... А, и я один против вас всех, да? Я помню, мы так уже делали. А вы сами можете себя подрывать? Мне интересно. Так, нормально. Давай сейчас еще вот так вот сделаем. Шикарно. И сейчас, в общем, так совсем, я так понимаю, будем расправляться. Беги. Беги, Форест. Так, ловушка. Не... Шо? Поле опять у нас отрегенилось. Куда ты? В самую гущу идешь, что ли? А, дебил ты кусок. Так, друзья, кажется, на этих мы остановились. Точнее, я уже не помню. Смотри, мины еще кидают. Да, они кидают мины, значит... Да не в ту сторону, придурок. Хм, сработал. Тихо. Да твою мать! Не знаю, там на ихних минах они подорвались или на моих. Хилка. Кого? Нет, нет, не успел. Хилка! Отлично. Так, нам надо, значит, тактика какая? Мы ставим поле. Оглушаем. Вот, после этого на них же оглушенных ставим мины. И все счастливы. По крайней мере, я. Ну-ка. Придурок. Фу, две успел поставить. Нормалось. Кто кого? Я его. Жалко залутать его нигде, а. Беги. Но там мина. Почему нельзя было подойти на мину? Сейчас на мне еще активируется, да? Нет, нет, нормально. Но! Взрывайся, взрывайся, мать твою! Вот так вот. Хорошо. Так, вроде попал. И они по мне попали, твою мать. Может, мне, конечно, рано сюда, и я все понимаю. Оу, нормуль. Но вроде бы осталось немного у них. Да, одна дура осталась.
Будешь знать, как на меня нападать. Кстати, это же солдаты из нашего города. Победите второй раунд чемпионата. Так, давай поговорим. Да-да-да, ты нам это уже говорил. Ага. 300 серум, 2 хилки и все. Информация... Испытание раунда, информация... Продвиж сервис, ты дерешься с другими дяденьками, существами и тому подобное. Раунды? Расскажи мне более подробно о раундах. Так, есть 3 испытания. В итоге что-то надо будет сразиться с чемпионами Марса. То есть, пока что, я так думаю, все. У нас тут... Где оно, это задание? 3 из 3. Да, победите первый, победите второй. Видимо, чуть позже у нас откроется еще и третий раунд. Вот. Что ж, давайте тогда продолжим и побежим дальше. Давайте вообще смотреть, куда нам надо. Так, значит, отдайте Гланды Машкары, или как их там... Это значит, ну, город тут, чё по основным? Помогите братьям техномантерам разбежать из Афиры. Так мы же вроде бы как уже помогли. Так, ладно. Дождитесь починки марсохода, поговорите с Мелвином, лидером сбежавших техномантеров. Чё-то у нас основных сюжетных заданий поприбавилось. Так, Сейфхевен, непонятно. Братья в опасности, доложите Дандола. Назад на путь, отдайте части Амелии Ричер. Так, и экипируйте свою команду, ну да, это я знаю. Хорошо, допустим. Мы сейчас, точнее я сейчас приоденусь в бронюшку офицеров изобилия. По-моему, солдерская униформа, нет. Опять же солдерс, где же она у нас? Была ведь. Вот в упор не вижу, она ведь у меня где-то есть. Так, солдат. Доктор. Вот офицер. Так, одели. Отправляйтесь в теневой путь Авроры. Это нам туда надо. Не, я тогда предлагаю сейчас отправиться обратно в Ноктис. Там мы сдадим задание и уже оттуда куда-нибудь додвинемся. Может быть, даже на теневой путь Авроры. Или же отдадим запчасти Амелии, она нам чем-нибудь новенькое скажет. В общем, сейчас видно будет. Отлично. Так, отсюда нам надо свалить. По-тихому, по-шустрому. Да какого черта ты не можешь бежать? Объясни мне. 275. Зараза. Так, это одевай. Легкая броня шпиона. Сколько ты весишь? Тут не показано нигде. А, вон вижу 6. Переработка пошла. Ага. Так, это нам вроде бы надо. Это надо, это тоже надо. Солдатская униформа тоже в переработку пошла. 265. Так, офицерская нам нужна. Давай назад. Че еще есть? Перчатки. High resistance gun. Минус 8. 2 килограмма. Толку-то от тебя не особо много. Вот может быть щиты... 5,5. Блин, а лучше. Он лучше, но мы им не пользуемся. Уху. Пошел он. Так, что дальше? 262. Шипованный щит, это мы с ним одеты. Тебя тоже давай в переработку. Ты стоишь-то 30 всего лишь монет. Так. Оружие, наверное, до хрена насобирали. Ну вот, о чем я и говорил. Мейс, булавы. Так, 136. Нет, тебя я продам. Тебя тоже продам. И тебя продам. Айронхаммер. 89,3,5. Нам все равно еще где-то надо на что-то найти. 15 килограмм. Так что нафиг. Побежали лучше так. Может быть... А, не, перекат не выйдет. Тихо. Так, экипируйте. Да-да-да. Это я в курсе. Карта. Что у нас по карте? По карте нам надо туда. А на этой локации задание есть? Нет. Походу ничего нет. Так, значит, мы стоим там, это нам надо направо.
Так, вот выход. Направо туда. Погнали. Ага, вот он, как раз таки отмечен. Опасность. Осторожно, охрана. Warning. Security. Guard. Осторожно, охрана защищает. Напугали. Куда мы так отправимся? Wonderworks. А нам точно туда? Что-то я даже уже и не помню. Ну-ка. Ух, ёлки. Ну туда так туда. Ладно, давайте я сейчас туда по фасту. А, не, не добегу, тут вон чем. Ну давай подеремся, фигли нет-то. Иди сюда. Только вас от нечто не хватало. Так, молния на них не действует, понял. Будем кинжалом бить. Слушай, а если нам вот так вот сделать? То есть просто как бы отключить. Вроде бы от этого толку не особо много. О, кротокрысы! Так, а вот сейчас уже может пригодиться. Давай включай. Отлично. Уже по 7-6 пошел урон. Да, когда у нас эта обилка не включена, у нас урон проходит где-то по полтиннику. С ней по 70. Вот, 73, 115, критак вылетел, наверное. Все, все мертвые. 24 уровень, новый скиллпоинт. Спасибо. Так, низкокачественная кожа. Серум, опять кожа. Одно и то же падает. Но зато хотя бы деньги падают. Хоть по чуть-чуть, но... Что это такое? А, металлические отходы. Так, уровень. Давай смотреть. Разбойник, техноматер. Я не помню, чем мы качали в прошлый раз. Вот это что ли? Увеличит урон на 25%. Физическая и электрическая защита врагов. Снижается на 25% на 20 секунд. Фенимус хит. А, при ударе снижает физическую и электрическую защиту врагов на 25%. По-моему, кажется, так, на 20 секунд. Хорошо. Так, пассивное умение. Увеличивает шанс глушить цель с помощью заклинания техноматер. Не, не хочу. Давай сюда, нам надо кинжальчик как-то, я не знаю, помощнее что ли сделать. Так, фокус. Нет, это у нас активируемая вещь, мы ее не будем трогать. Так, значит, отравленные враги получают... Погоди. Наносит на 25% физического урона меньше, или же получает на 25% физического... Что-то я не понял. Ага. Отравленные враги, значит, первые отравленные враги наносят на 25% меньше физического дамага, а второе, они получают в минус броню. Что-то я как-то немножко затупил. Хорошо. Надо или нет? В принципе, я бы второй прокачал. Так, здесь что? Добавляет 10% шанс отравить врага при помощи выстрелов из пистолета. Что-то как-то не хочется. Взрывной выстрел. Powerful. Что так? Очень мощный АОСПЛ, но выстрел может откинуть врагов назад. Сильно увеличит пере... забыл слово. Перегрев. То есть сильно перегревает оружие, но при этом наносит большой бадабум. Пассивное умение увеличивает шанс разрушения врагов при помощи выстрелов. Тут только выстрелы, да выстрелы. Второй роллинг. Что-то как-то тут вообще ни о чем. Давай, наверное... Второй прокачаем. А тут что? Увеличит регенерацию маны. Гади, увеличит number of changes by 1. А, кстати. Кстати, четвертая штучка. Давай-ка, что-то я тебя сразу не увидел. Все, теперь мы еще тебя прокачаем. У нас будет 5 ячеек. Нет, 4 ячейки для маны. Там вроде ничего. Наверное, по пути техномансера пойдем, потому что здесь я что-то как-то вообще не вижу особых фишек для прокачки. Если только мне нужен будет более улучшенный кинжал. Так, здесь куда идти?
Куда идти? Куда идти нам с пятачком? Большой-большой секрет. Туда. Прямо, еще прямо, плюс несколько поворотов, и в итоге прямо. Беги, я знаю, ты можешь. Так. Атакуй, атакуй, атакуй эту тварь! 40, 102, 142. Им где-то мы половину урона наносим. Вот так вот. Но добей ты их, это же простые крокозябры. Причем никчемные даже. Хорошо. Сейчас мы все пособираем и побежим дальше. Мне все-таки интересно, чем закончится игра. Я понимаю то, что, наверное, уже есть какие-то прохождения определенные, где уже и люди игру эту прошли. Вот. Но я не люблю бегать просто прямо по сюжету. Мне нравится все обыскивать, выполнять все задания, но мало ли вдруг что упустим. Вот. И интересно, влияет ли как-то все эти прохождения. Так, там-то можно пройти, нет. То есть побочные квесты на полноценную концовку. То есть на финальную концовку. Или же тут она как бы зафиксирована, то есть нет таких разветвлений, как, допустим, в том же самом Baldur's Gate. Надеюсь, все помнят, ну или хоть... Ух, ёлки, нахрена сюда пришел. А, ну давай. Так, их только на расстоянии бить, я понял. Давай вот так вот. Нахер так жить? Назад. А, то есть у вас еще радиус действия есть. Если я, допустим, отхожу на определенное расстояние, вы меня уже все не видите, и вот только кротокрысов нам сюда еще не хватало. Тихо. У него задница как-то странно светится. Вот, или же тут все-таки концовка фиксированная, как бы одна единственная, и что бы ты ни делал, на нее это никак не повлияет. Да сдохни ты уже, падаль. Я упрямый. Вот так вот. Меня откидывать бесполезно, я все равно в драку буду лезть. Так, давай собирать. А то какой-то тут мутантишка растительный будет мне указывать. Так, давай с тебя пособираем, что ты нам дашь. И все, низкокачественная кожа. Чуваки, вот, серьезно. О, читерим. И они сейчас читерят и побегут в обход. Спрыгивай, спрыгивай. Прыгай вниз, придурок. То есть во время боя не, прыгать нельзя. А во, все отлично. Они убежали, бой закончился, и он подумал то, что теперь спрыгнуть можно. Какой-то техномансер-трусишка. Нам куда идти-то вообще? Не туда. А вот походу туда. Сейчас, может быть, опять на них напрёмся. Надеремся. Нет. Навалимся. Личное слово. Забывай, что тут еще? Да чтоб тебя. Сдохни, падай. Кинжалом бьем быстрее, чем молнией. Но в принципе это твари еще такие сами себе электрические. У них как бы и сопротивление к молнии есть. Это такой закон сохранения элементальной энергии. Если огненный голем сделан из огня, то огонь ему нипочем. Если земляной голем сделан из земли, то земля ему нипочем. Или физический дамаг нипочем. Это испокон веков так шло в разных играх. И нахрена я сюда пришел? А, нам туда надо. Немного вас тут... Мать, беги, придурок! Чтоб тебя собаки съели. Уйди ты от них. Да ну нахер. Ставь эту гребную бомбу. Вот так вот. А теперь сваливай. А, так, так, так. Вот так вот падает. Я поражаюсь, как он в них попадает. И хорошо то, что здесь прицеливаться не надо из пистолета, а то бы вообще лажа было. Что еще? Завалить его что ли не можете? Ну на, вот пару выстрелов, пару ударов молнии, и все, и нету, и ты падали. Вот так вот. Что нам дашь? Кожа, кожа и серум.
Как вообще можно было додуматься, назвать и придумать, я не знаю, вот эту технологию, деньги, которые добываются из тела, которые вроде бы как бы и жидкость, и еще и деньги одновременно. Так, мы оттуда пришли. И назвать это серум. А, мне никогда не понять логику разработчиков этой игры. Тут где-то был синий ящик, который, кажется, можно было открыть. Или мне показалось. Во! Отлично. Ничего полезного. А у тебя? Первый уровень вроде бы. Угу. Так, давай. Не, не сюда. Вот сюда вот. Раз, два, вскрыли. Нормаль. Одевай обратно. Почему нельзя просто один раз нажать на эскейп, и все, и он все закроет. Забирай, погнали. Но меня радует то, что здесь, независимо от перегрузы, ты можешь ходить. Я уже говорил об этом. Твою мать, да сколько вас тут, а? Я просто хочу отсюда уйти. И вообще, как вы сюда попадаете? Вас вагонами, что ли, заводят? На тебе. Нет, серьезно. Как? Откуда? Через вентиляцию? Если через вентиляцию, у них хреновая вентиляция. Если каким-то другим способом, блин, покажите мне каким. Второй уровень. Не будем брать. Побежали дальше. Так, кажется, сюда. Давай, забирайся. Ну быстрее, ну ты же можешь. Ну беги. Меня бесит, когда вот он только-только поднялся и некоторое время стоит, тупит. Тут никаких кротокрысов нету. Что вам хорошо жилось? А если я тебя так? Ха-ха. Охи. На, еще вот так вот. Ой, вы что-то как-то нехорошо себя чувствуете. С вами все в порядке? Вам не больно? Как-то вы светитесь? Мы, ну, отдохните чутка. И что тут? Ты смотри, критак из пистолета был. Я валяюсь. Ладно. Давай дальше. Забирай. Я не знаю, зачем я это собираю. Мне это пригодится или нет. Просто собираем. Синдром Плюшкина. По-моему, я об этом уже говорил. Но, в принципе, потом это можно будет продать. То еще броня выпала такая же, как у нас. Вот, это можно будет продать. И потом уже купить более совершенный кинжал, как я надеюсь. Или более совершенные ботинки. Так, нам вроде бы туда, нет? Я вообще не туда пришел. Или туда? Exchange, нам туда нафиг не надо. Холера. Пошли отсюда. Тут я смотрю, что-то как-то... Что тут армии делать? Я надеюсь, эти сейчас здесь заново не появятся. Беги, 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 мать твою! Так, во, вот сюда нам надо. Мы отсюда пришли. Или погоди. Та дверь или не та дверь? Та дверь. Просто повернули не в том месте. Охренеть. Или мы тут не были? О, люди. Да, мы тут не были, нам сюда надо. Так. С вами поговорить, я так понимаю, нельзя. Амелия. Кстати, Амелия. Привет, Зак, как ты? Привет, Амелия, я в порядке, спасибо. Так, давай мы сохранимся, во-первых, и отдадим ей ее запчасти. Так, Гиврип, отдать запчасти. Что такое, Закарая? Мои запчасти, да? Как и обещал, вещица раз, два и третья. Проклятие. Отличная работа. Держись, типа, в том же самом духе. Помоги мне. Начните починку. Ну, давай начнем. Нам нужно возвращаться обратно в Ноктис. И чё? А, то есть здесь ты не можешь, да? Слушай-ка. Шикарный вид. Трава, ну давай.
А давайте сразу пойдем по друг... Хотя не пойдем. Давайте сходим в Ноктис, продадимся. Вот так вот. Продадим весь ненужный хлам, который мы накопили, и потом уже отправимся по теневому пути Авроры в униформе изобилия. Карая, the great hero of his brothers, has returned triumphant, amazing, against all odds, against a city. Bravo! But I don't see anyone resembling the great master. Is he dead? He sacrificed himself so we could get out. Oh, so sad, truly. Well, please tell your colleagues, your brothers, they are welcomed here. Let them rest and regain their strength. I can only imagine what the ASC put them through. And without their great master, they must feel lost on top of it all. Feel the void for a leader among them. No? What are you getting at? Just simply that, as their hero, it might be in their best interest for you to fill that void. I don't purport to understand how these things work among your kind. Through a vote, or drinking game, but you've earned it. They need you to pull them back together after what they've been through. And to have a unified group of technomancers among us to serve would be valuable beyond imagination. Think about it. I'll think about it. But now's not the time. We need to mourn the fallen. 2000 экспириенса, плюс 2 репутации Ноктиса, и поговорите с Мелвином. С лидером сбежавших техномастеров. Так, доложитесь, Дондо, выполнено. Брать в опасности выполнено. Помоги техномастеру сбежать, выполнено. Обыщите потерянный... Или найдите потерянный купол. В общем, когда мы зашли, он нам сообщил то, что... Рад видеть всех наших спасенных техномастеров. Спросил, где же их грандмастер. Захарий ответил то, что он умер. Вот, Дондоу нам сказал то, что это большая печаль, как бы он очень сильно огорчен, и, в общем, то, что техноматерам здесь рады, и им нужно сейчас собраться с силами, и им нужен лидер, и как бы нам предложили стать этим лидером. Я примерно так все понял. Так, поговорить с Андрюшкой. Что ты мне можешь сказать? Hey, у тебя руки нет. Чувак, у тебя руки нет. Then let's get down to business. You know who I am, you know my past, you know what little I have left. What are you gonna do about it now is the question. You gonna use what you can against me? Well, let me carry on with the small life I've managed to build. Я не пойму, у него руки нет, это там ошибка текстуры или у него реально руки нет? Даже как-то присмотреться не могу. Не, по-моему, у него реально руки нет. Информация в его истории. Принять его помощь. Пошутить над ним. Офигеть. Его подарок техномансии. Давайте по базарам, что ли. I had a surge. A big one. One even the masters never saw coming, literally. Before they even knew what was happening, I electrified everyone and everything around me. It screamed like thunder from my body, before the ceiling itself finally collapsed in on me. I woke up in the infirmary without an arm, surrounded by all those powerful masters who stood there shaken, whispering, their eyes still filled with fear. Then everything went dark again, and I woke up in a sand sail. Репутация плюс 2. Он, я так понимаю, наверное, хочет к нам в компаньоны напроситься. Why aren't you with your family? Right. My family. They were small-time merchants. I'm sure real proud their son was gifted with technomancy and was joining the school. They were also scared as shit of me for the same reason. We're all scared of what we don't understand. It's why so many fear us both. Not that I'm sure any of the masters even asked them to take me back. It was more important to them that I disappear for good, to hide what happened, keep the illusion of their infallibility intact. Also, to hide the fact they had people among them who had the power to take down entire buildings. No, I had to go. In some ways, they even did me a favor. And you never tried to reconnect with them?
Even after you got free? No, I looked for him. Even tracked down my father. He was just this old man. Didn't even recognize me. And if he did, he'd probably just hate me for what I've become. A crippled outcast. Not something you'd put your pride in. So I let it lie. Just walked away. Он... Так, еще плюс 2 репутации, он с нами уже дружелюбный. Его дар для техномантии. What about your gift? I thought people died if they didn't use their fluid. It's a myth. There are rogue technomancers out there. Not a lot, but a few. They know how to control their fluid surges. Probably the only thing that piece of shit Marcello could take credit for. He introduced me to one of those guys, and after that, I learned to control it the hard way. The irony, no? I'll never be a technomancer now, but I control the fluid better than any of Abundance's masters. Not for power, just to make sure my own brain doesn't fry. Еще плюс 2 репутации. Ну давайте до конца уже все дослушаем. What have you been up to? What have I done? Well, after spending 10 years of my life as a slave trying to pay that piece of shit Marcello back for what he called my debts, traveled in his luggage hold, did his dirty jobs, whatever he needed to get his business going. Carried crates, drove sand sales, shoveled sand, ran errands, but mostly just picked his customers' pockets. I traveled a lot though, if I'm going to find any silver lining in it, and have earned my damn place here in Noctis. Even if the price of that has been rarely sleeping in a real bed or reading a book that wasn't about accounting. Сделать ему комплимент? Серьезно? Ну давай. I should have remembered you. Back when we were kids, the world just revolved around you. Really? How so? Вижу, у нас проблемы с комплиментами. Ну, давай, наверное, попробуем это, что ли. You were so gifted. While the rest of us worked, technomancy just came so easy to you. It was amazing to watch. Проканать, the fact нет. That it was easy is what cost me so much. The high I got from manipulating so much fluid was... Well, you saw the result. If I talked for 1,000 years, I couldn't even touch the tip of the regret I have. You can't blame anyone but our professors. They should have known better. How could you? They just got sucked into watching your power like the rest of us. It was hypnotic. Too bad all that power isn't enough to let me go back in time and change it all. But I guess what's done is done. Черт его знает, зачем мы сделали ему этот комплимент. Так. Принять его помощь. Давайте сначала сохранимся. Эй! Какого ляда? У нас автосейф-то был. Ладно, давай по-другому сделаем. Ага. I just want to offer you some help. Some things can't be. Some things да, can't да, be. Да, да. I may be bitter, but I'm no less. Hey. Hey back. Во. Погоди, погоди. Эй! Offer to help him report it. I really think I can help you get your abilities back, Andrew. I'm just gonna need your help too, if you're willing to follow me. Anywhere. Even if you'll forgive the fact I'm not going to get my hopes up too high just yet. Whatever works for you, come on. Погоди. Нам... Remove companion from team? Ты издеваешься, что ли? То есть я должен... Ты-то тут вообще при чем? То есть я должен кого-то выкинуть, чтобы взять его, а третьим нельзя. Давай. Амелия Ричард, тебя тут вообще нету. Компаньон Сензитим. Это вот что такое? Вы... Этот компаньон не может быть... Убран из команды.
Если вообще никого не хочу. Так, нет, допустим. Нейшмова. Твою мать. Скот. И вот так вот. Чего-чего? Короче, к черту. Я загружаюсь. Нафиг, мы с ним даже говорить не будем. Так, хорошо, побежали дальше. Вот у нас основная сюжетная линия. Давайте с ней поговорим. Привет, как дела? Hello, давай начнем уже с тобой ремонт. And once I start, I'm gonna be neck deep in it. So if you need me for anything else, I ain't gonna be available. Repair now. Works for me. Sure, you'll be able to get it working again soon enough. Damn straight. Even if you lost your legs, I could get you going again. Now get out and let me work. Теперь убирайся, дай мне поработать. Фига себе. Ну хорошо, давай, уйдем. Что там у нас по заданию-то? Назад на вы. Так, подожди 23 часа. То есть 23 минуты 50 секунд реального времени. Это я понял. Экипируйте команду и отправляйтесь в... куда-нибудь в Гребине. Мне нужен сейчас торговец. Самый-самый ближайший, который где-нибудь находится. Я знаю то, что Андрюшка у нас тут стоит. Вон торговец, кстати. Сразу внизу. Отлично. Давайте сейчас... сделаем следующим образом. Мы с вами тут остановимся, закончим, потому что уже где-то порядка 40 минут у нас серия идет. Вот, я сейчас все буду продавать, а отправимся в путешествие мы уже с вами в следующей серии. И там уже отправимся непосредственно либо на марсоходе путешествовать, либо же на теневой путь Аврора, или как там это задание зовется. Меня зовут Кинетик, это игра Техномансер. Ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на канал. Спасибо, что смотрели, пока-пока.